Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге «Судей», и сегодня мы будем читать 20 главу этой книги. И мы читаем с 1 стиха и ниже. А здесь, в этой главе, рассказывается о том, как израильтяне собрались в Массифу, чтобы наказать жителей Гивы за их развращенность и преступность. «И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господа в Массифу». Пред Господа в Массифу, то есть имеется в виду, что они совершали необходимые обрядовые действия. «И собрались пред Господа начальники всего народа, все колена Израилева, в собрании народа Божия 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу. И сказали сыны Израилевы: скажите, как происходило это зло? Левит, муж онной убитой женщины, отвечал и сказал: я с наложницей моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову, и восстали на меня жители Гивы, и окружили из-за меня дом ночью, меня намереваясь убить». А человек имеет право, скажем так, не позорить себя. Поэтому он не говорит, что его пытались изнасиловать, но он вправе сравнить это с убийством. Поэтому он говорит: «Меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, надругавшись над нею, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». То есть он подтверждает те слова, которые он передал через глашатай. «И восстал весь народ, как один человек». То есть все были единодушны. «И сказал», то есть о них говорится как в единственном числе, не сказали, а сказал, потому что они были единодушны: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой, и вот что мы сделаем ныне с Гивою. Пойдем на нее по жребию, и возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, и под 100 от тысячи, и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которые она сделала в Израиле». Но о том, что это срамное дело, уже все как бы догадывались и понимали. «И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: какое это гнусное дело сделано у вас?» То есть пока как бы обвиняется только вот определенное количество людей, которые живут вот в этой Гиве Вениаминовой. А они же принадлежат колену Вениаминову. Там другие города, другие села. Поэтому израильтяне хотят узнать: а вы как к этому отнесете? «Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». То есть предлагают отдать этих преступников на суд. «Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых. А собрались и сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войной против сынов Израилевых». Колено Вениаминова, оно не самое крупное колено, это одно из меньших колен,
Поэтому они дорожили каждым своим городом, и они решили лучше заступиться против всего Израиля за жителей Гивы. Да, они грешники, они преступники, они извращенные, но они все-таки родственники. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, и жителей Гивы насчитано 700 отборных, отборных – это воинов. Из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши. Левши. И все сии, бросая из пращей камни, волос не бросали мимо. То есть они так метко кидали камни, могли попасть в волос. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчитывалось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. Но их, конечно, было значительно больше. Почти полмиллиона. «И встали, и пошли в Дом Божий», то есть в Силом, «и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, Иуда пойдет впереди». Вот здесь Господь, как бы, может быть, в первый раз он признает, что это царственное колено, и дает это понять всем остальным коленам. Потому что из колена Иудина происходит царь Давид, все цари, и поплати Господь, Иисус Христос. «И встали сыны Израилевы поутру, и расположились станом подле Гивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Но народ израильский ободрился и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера и вопрошали Господа, выступать ли мне еще в сражении с сынами Вениамина, брата моего». То есть они все очень испугались, что одно из малых колен вдруг так одержало над ними победу. «И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день». Это значит, был какой-то ответ от Господа. «Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч». Вот здесь немножко непонятно, почему Господь попускает поражение израильтянам. Это как вот в Евангелиях рассказывается, что женщина была взята в прелюбодеяние, а Христос спросил, а кто из вас без греха? Пусть первый бросит в нее камень. Неужели они только первый раз услышали, что у жителей Гивы такие странные сексуальные склонности? Наверное, слышали. Может быть, кто-то над этим смеялся. Но серьезного значения не придавали. «Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли всесожжение и мирные жертвы пред Господом». Мирные жертвы, то есть это за весь народ. «И вопрошали сыны Израилевы Господа, а в то время ковчег Завета Божия находился там. И Финес, сын Илиазара, сына Ааронова, предстоял пред ним». Это уточнение, которое берется из Септуагинты греческой. Это тот самый Финес, который остановил блудодеяние в стане, когда копьем пригвоздил еврея-блудника с его блудницей-мавитянкой. «Финес, сын Илиазара, сына Ааронова, предстоял пред ним, то есть пред ковчегом,
и пред Господом? Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? То есть он вопрошал это от лица всего Израиля. Господь сказал: идите, я завтра предам его в руки ваши. И поставил Израиль засаду вокруг Гивы, и пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день, и стали в боевой порядок пред Гивою, как прежде. Сыны Вениамина выступили против народа и отдалились от города, и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве, полем. И убили до 30 человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: они падают пред нами, как и прежде. То есть, на самом деле, то, что Господь попускал поражение израильтянам, чтобы вывести из города жителей этого города. А сыны Израилевы сказали: побежим от них и отвлечем их от города. Все-таки город – это крепость. И отвлечем их от города на дороге. И сделали так. И все израильтяне встали со своего места и выстроились в Ал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 тысяч человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. То есть они покидают город, чтобы биться. И поразил Господь Вениамина пред израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажавших меч. Конечно, для такого маленького колена это очень серьезная потеря мужского населения. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила и поразила весь город мечом. Весь город, то есть тотальное уничтожение. Израильтяне поставили засадой условленным знаком к нападению поднимающийся дым из города. То есть, когда дым пойдет, тогда вот с двух сторон ударим. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и повергать Израиля до 30 человек, и говорил: опять падают они пред нами, как и в прежнее сражение. Тогда начал подниматься из города дым столбом, Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Далее 41 стих. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Менухи, и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина 18 тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся обратились и побежали к пустыне, к скале Римону, и побили еще израильтяне на дорогах 5 тысяч человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2000 человек, всех же сынов Вениаминовых, павших в тот день, было 25 тысяч человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. То есть это было такое тотальное истребление этого колена. И обратились оставшиеся и убежали в пустыню к скале Римону, 600 человек, и оставались там, в каменной горе Римоне, 4 месяца. Что значит оставались в каменной горе? То есть в пещерах.
Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось во всех городах, и все, находившееся на пути, и все находившиеся на пути города сожгли огнем. Скот могли умерщвлять из подозрения в скотоложстве племени Вениамина, потому что способные на гомосексуальные преступления, а кто знает, может быть, они и на это способны. Итак, сегодня мы окончили изучение 20 главы. В следующий раз, будем жив, Господь позволит, мы будем читать последнюю главу книги Судей, главу 21. С Богом! Берегите себя!